Отличная. Привет, друзья. Вы меня часто спрашиваете, а где-то можно купить мои наборы с ВВшником? Так вот, сегодня я делаю видео о том, где это можно сделать. Это, чтобы вы понимали, мой любимый магазин «Имрад». Вон, видите? У них есть и интернет-магазин. «Имрад.ua», если что. Почему мой любимый магазин? Да потому что директор этого магазина, Юра Вакулка, для вас Юрий Владимирович. Вот. Тоже мой старый друг, и друг еще с доисторических времен, из прошлого века. Вот, прошу любить и жаловать, Юрий Владимирович. Что мы, значит, сегодня, я о чем хочу вам рассказать. Вы уже знаете, что приехали ко мне платы 7-й версии фонокорректора, вот они, из JLC-PCB. И я сразу же их переношу в Имрад, вот, чтобы видели, что такое, какой реальный габарит у фонокорректора версия 7, даже с версии 4, 5, 6, 7 и 8, вот в таком габарите. Это SMD-шная плата 20x45 и высота 3 мм. Чтобы вы понимали, почему так сделано, да потому что монтаж фонокорректора надо делать рядом с тонармом, а не вести километровыми проводами, которые набирают наводки, помехи и паразитную емкость. А вот с такой вот платочкой вы все можете разместить прямо в подвальчике тонарма. Так вот, эти платы, вон они уже приехали, я переношу сейчас на Имрад. Вы можете купить здесь наборы вот такие. Но раньше был набор фонокорректор версия 4, вот он. Сейчас будет версия 7. Чем версия 7 от 4 отличается? Это тем, что улучшена надежность. Я подключил защитные диоды от электростатики, которые заземляют все до 2 кВт. То есть нам электростатика уже не страшна. Плюс такие легенькие схемные изменения для обеспечения лучшей повторяемости. Сам наборчик, вот вы видите, в каком виде здесь в коробочке специально он продается. Вы можете его и в магазине купить. Магазин находится в Киеве на улице Шутова 9А. Это недалеко от метро Берестейская. По проспекту Берестейскому в сторону Киева, в сторону центра Киева от метро чуть-чуть прошли. И направо, смотрите, будет улица Шутова. Шутова 9А. На первом этаже вот такой классный магазин. Ну и imrad.ua, интернет-магазин. Там тоже можно с рассылкой по Украине 100%. А сейчас работаем над рассылкой по всему миру. Вот такой набор. Тут все радиокомпоненты для стерео-варианта, плюс перечень элементов вот там вот, плюс схема. Ну, схема будет версия 7, уже четвертая версия не актуальна, потому что седьмая лучше. Вот это что у нас касательно, значит, фонокорректора. Но вы понимаете, что кроме фонокорректора, главной моей темой этого года и предыдущего года является, что ОМЗЧ высокой верности. Совершенно верно. Так вот, ОМЗЧ высокой верности тоже на подходе. Вон, смотрите, платы. Это платы дистанционки с регулятором громкости, с управлялкой, с блоком питания, с индикатором. Ну и, собственно, схема основной части ОМЗЧ высокой верности. Они тоже готовятся, они тоже будут в продаже в Имраде, но только чуть-чуть позже, когда я это все дело испытаю. Кроме того, что печатные платы, вы понимаете, что очень важным элементом являются и, собственно, радиокомпоненты. А в моем ОМЗЧ высокой верности радиокомпоненты достаточно дефицитные. Ну, вернее, они были не особенно дефицитные, но как я опубликовал у себя в Патреоне для VIP-патронов схему,
вам звучал высокой верности, то они сразу же исчезли и на DigiKey, и на Farnally, и на AliExpress даже. Не знаю почему, но в связи с тем, что я Юрия Владимировича предупредил, он сделал правильный шаг, и он вовремя закупил необходимое количество радиокомпонентов для ВВшника. Ну, скажем, вот особо дефицитные, вы думаете, это микросхема? Это не микросхема, это транзистор. Это термолтраковский транзистор. Опа. Термолтраковский транзистор, который стоит на выходе моего ОМЗЧ высокой верности 21 века. Я подчеркиваю, не ОМЗЧ 2021, не 2021 года, а 21 века. Я пишу ОМЗЧ 21 римскими цифрами. Это подчеркиваю, это не 21 года, это 21 века. Как ОМЗЧ высокой верности 89 года был самой популярной конструкцией на территории бывшего СССР среди аудиофилов, самодельщиков. Так вот, 89-й был самый популярный. Так вот, значит, в МРАДе есть, видите, и термолтраковские транзисторы, которые в остальной части мира почему-то стали дефицитные, плюс MUSIS 03, это операционники. Я их доставать не буду, они вон там в этой самой, в упаковке защита от электростатики, потому что это операционники на полевиках. Вот это у нас тоже MUSIS 72323, микросхемы, цифровое управление регулятором громкости. Все это в принципе есть. И это все будет в комплектации ОМЗЧ высокой верности. Следите за моими объявлениями у меня в Патреоне. Мой Патреон — это patreon.com/ник, нижняя подчеркивающая палочка, или нижний дефис, ник, дефис Сухов. Значит, в заключение, что еще хочу сказать, что кроме, значит, наборов с версии 7, есть еще наборы версии 1. Это не на GFE 2140, а на LSK-шках 389. Вот они тоже есть в наличии. Они тоже в электростатике. Я попробую сейчас достать один, показать. Полевички должны быть все в электростатике защитной. Вот. Вот это LSK-шка 389. Это то, что было лучше всех для аудиовходных каскадов малошумящих. И вот плата тоже, версия 1. Вот сравните версию 1 и версию 7 по размерам. Вот. Вот так. Значит, в принципе, двигаемся вперед, в 21 век. Все это дело, ребята, вы можете заказать в интернет-магазине МРАД, а также купить в магазине физическом на Шутова 9А. А консультации и схемные файлы и все прочее обсуждение милости прошу в мой Patreon, patreon.com/ник/Сухов. Вот. Все, ребята. Наверное, на сегодня все. Я все, что хотел, рассказал, показал вам. Посещайте магазин и ждите новых моих видео. Счастливо. Спасибо, Юра. Спасибо. Спасибо. Замечание очень хорошо, интересно рассказали. Да. Можно посетить ваш сайт, да? Как вам сказали, Patreon? Давайте я напишу. Пожалуйста. Возьмите свою пока. Это я сейчас вам напишу. Вот смотрите, patreon.com, потом косая черта, ник,
и нижняя подчеркиваемая это самая палочка такая, но это нижний дефис, как ну, да, Ник Сукхов. Это мой Patreon. Угу. Приходите на этот сайт, там надо регистрацию провести, конечно. Вот, но значит, я хочу сразу сказать, что я отвечаю максимально оперативно на все 100% вопросов, которые мне задают на этом сайте. На разных форумах я не могу, как говорится, отвечать на все вопросы по и бывшим статьям моим, и у меня вот на этом сайте 260 новых статей. Так что, если вы помните, кто такой Сухов из журнала «Радио», помню. Помните, да, вот это вот я, он и очень есть. Приятно. Очень приятно, да. Значит, ну, это было... в прошлом веке, да, понимаете? В прошлом веке. Ну, так, мы все с прошлого века. Я с Юрием Владимировичем тоже знаком с прошлого века, и он тоже мой почитатель еще с журнала «Радио». Ну вот и вы тоже почитатель журнала «Радио». Значит, прекрасный селок. Так вот это, об этом усилке как раз и идет речь. Я его повторил. Давайте. Так его повторили сотни тысяч этих самых самодельщиков. Тогдашнего времени. И вы видите, тоже повторили, и довольны, правильно? Хорошее качество. Да. Так вот, смотрите, сейчас я придумал новую схему, которая еще на три порядка по коэффициенту гармоники, по линейности лучше, чем тот, который 89-й. Вот. Вот его платы, но платы опытные. Видите, вон там куча всяких этих. Это вот уже новая разработка, грубо говоря, прошлого и позапрошлого года. Сейчас я ее отрабатываю в железе. Усилитель еще лучше того. На три порядка по коэффициенту гармоник. Коэффициент гармоник уже на уровне 100 тысячных долей процента. Вот, понимаете? Причем это не обман. Это сделано и в микрокапе. Микрокап — это схемный симулятор, программа анализа электронных схем. Это сделано и все, и в железе проверено. Но целиком сам усилок еще не собран, поэтому еще придется подождать, может быть, до Нового года, чтобы это все сделать. Но то, что усилок 89-го года хорошо звучит, вы тоже подтверждаете, правильно, да? Вот. Ну так вот. А вот, вот видите, я сегодня как раз вот вы сидели, слушали, и, во-первых, познакомились с самим Сухом, во-вторых, вы видите, что есть и новая разработка. В новой разработке основная тема – это новая комплектовка, естественно, не та, которая была, К-574UD1 и КТ-818-819 на выходе. Сейчас у меня на выходе, видите, транзисторы с 5 выводами. Mm, вот. Не полевики? Это не полевики, биполярные. Нет, боже упаси, это биполярная, так называемая термалтраковская серия. Термалтрак. Почему 5 выводов? Потому что коллектор, база, эмиттер – это основной транзистор. И на этой же подложке, значит, расположен диод термостабилизации. Понимаете? То есть на том же самом кристалличке, чтобы не через, радиатор все это шло с задержкой на минуты, ну, да, а мгновенно. Тепловое постоянное времени 0,3 секунды. То есть через 0,3 секунды после того, как нагрелся кристалл самого транзистора, через 0,3 секунды диод термостабилизатора уже дает команду системе... Защита. Даже не защита, а термостабилизация. Даже, тут даже не защита, а термостабилизация. С транзисторами понятно. Вот. Ну и схема тоже усовершенствована. Схема усовершенствована таким образом, чтобы с помощью небольших дополнений к стандартной схеме коэффициент гармоник уменьшить на порядок. Вот все так. Это у вас на сайте есть? На сайте, конечно, это все есть. Mm-hmm. И схема уже давно есть, уже полгода, как схема ламзучей высокой верности у меня в Патреоне тоже есть. И, значит, разводки печатных плат, все это и там есть. Но, видите, еще не испытано на 100%. Mm-hmm. Вот оно. Когда будет испытано, тогда будут прямо на сайте, я выложу результаты испытаний. Все это вы увидите, сможете посмотреть. Если зарегистрируетесь, сможете задать мне там напрямую вопрос. И я практически максимум в течение суток отвечаю на 100% всех вопросов. Вот. Так что до встречи в эфире. Хорошо, спасибо, мы да, все. Спасибо вам. Добро, до свидания. До свидания. До свидания. Ну вот, Юра, видишь, незапланированное интервью тоже хорошо. Ну, так нормально. Да, нормально, так, правильно, знаешь, да, отлично, да. И это, кстати, и видите, это самое, у нас сейчас, да, да, середина дня, а все равно, видите, это мы сейчас прикрыли дверь, чтобы там не было слишком много посетителей, но посетителей тоже есть, посетителей много. Магазин популярный, вот, рекомендую.
всем. И знаете, что кроме Имрада у меня сейчас нету официальных дистрибьюторов. Все остальные, если кто-то что-то предлагает от моего имени, это пираты, ребята. Если вы что-то хотите от моего имени получить, вот видите, я сам принес Имрад и оставляю. Вот. А все остальное, это, ребята, самодеятельное. Вот. И смотрите, верить пиратам не особенно рекомендую. Все, ребята, на сегодня хватит. Заходите на интернет-магазин Имрад, заходите на Шутова 9А и заходите на мой сайт в моем Патреоне. Все, на сегодня все. До свидания. Всем счастливо.